Президент России Владимир Дмитрий Анатольевич Медведев. Добрый день. Вот. Да нет, не просьба. А на самом деле, здесь мы заметили с коллегами, что все спрашивают то, что их волнует. Вот, и когда я собиралась на... А вы хотите, чтобы они спрашивали то, что вас волнует? Да нет, пусть спрашивают, что хотят. Вот, главное, что я теперь могу спросить и попросить вас. Пожалуйста. Вот, первый вопрос, который меня просили задать, вы очень много говорили про пенсию, что она будет повышаться, что будет со стипендией? Вот, потому что студентам приходится работать, а это влияет на как мы учимся, да? То есть мы работаем, зарабатываем, даем преподавателю. Вот такие у нас специалисты выходят. Чего это вы там рассказываете? Вот. Насчет преподавателя. Вот. Ирада, пожалуйста, мы ждем. Боря, дай микрофон. Нахрена вам микрофон? Ирада, мы ждем вас. Алло. Алло. Здравствуйте. Я не с ней разговариваю, я не слушаю себя в телеке. Алло. Во, прикольно, это ты, да? Ага, это я. Это я. Нифига, это не ты. Так это я, говори в телефон, не в телевизор, смотри молча, а говори в телефон ухом. А, две надо говорить, да? Да. Да? Ага. Да. О, сиськи. Спасибо. Отличный ответ. Знаете, я даже пободрела. Генпрокуроры заявили, что Чайка не худший вариант. Это человек, знающий, что такое право. Наш корреспондент Сергей Морозов продолжит тему. Этот материал сейчас готовится к эфиру. Мы в кадре, мы работаем. У нас небольшой технический сбой. Простите за этот технический сбой. 6 российских теннисисток победы стартовали на одном из самых престижных и крупных турниров в Уимблдоне. Напомню, что он входит в серию так называемого «большого шлема». Его призовой фонд в этом году составляет почти... Представьтесь, пожалуйста. Я не буду с вами разговаривать, а только с президентом. Владимир Владимирович вас слушает, да. Задавайте вопросы. Я слушаю вас. Добрый день. Это вы? Я. Добрый день, да. Это правда вы? Правда. Раньше тоже были вы, да? И я был раньше, да. Ой, Господи, спасибо вам большое. За все огромное спасибо. Ну, как-то без вопроса обошлось. Прямой эфир. Спасибо вам за то, что вы сказали. Это, собственно говоря, оценка моей работы, оценка работы тех людей, с которыми я бок о бок тружусь за последние годы. Алло, добрый вечер. Добрый вечер. Здравствуйте. Хорошо, спасибо большое за интересную информацию. А мы продолжаем. Будет треугольников. Добрый вечер. Алло. Алло. Здравствуйте. Только не посылайте меня, я хорошая на самом деле. Там смуглянка молдаванка Сабина и Дмина. У нас на очереди очередной вопрос от телезрителя. Здравствуйте, мы вас слушаем. Добрый вечер, а Марина можно? Марины? Марина, у нас, к сожалению, нет. Итак, мы продолжаем отвечать на вопросы прошлого эфира. У меня вчера был день рождения. Это уже я радует. Хочу, чтобы мы все вместе отметили этот день, потому что вчера я не успела этого сделать. Мы поздравляем Наталью Ярошеву с днем рождения! Бокалы! Студию! Где они? Компанские ноги должны быть. Компанские ноги. Рекламная пауза, дорогие телезрители.